Сейчас мы находимся у входа в мавзолей Карахан 11-12 веков. Кстати, сейчас уже, как видите, вот здесь касса. Платный вход, оказывается. Мавзолей назван по имени одного из правителей крепости, на которой потом возник город Тарас. Правитель звали Карахан. Именно он стал потом героем легенды о Айша-Бибе, которую мы тоже посетим попозже. Вот сейчас, как видите, внутренности. Конечно, похожи на мавзолей. Здесь, как видите, сувениры. Вдали он как раз кувшины, каскад кувшинов. Здесь сувениры. Прекрасные цветы. Родословная Карахана, история, мавзолей Даутбек. Она стенд объекты Жамбульской области. Ну вот, идем к центральному входу. Южная часть. Прекрасные цветы, как видите, здесь замечательные просто. Вот интересный цветок. Это для жертвоприношений ящик. Ну а сейчас вот подходим к старой мечети. Это все, что осталось. Так сказать, она пока закрыта, правда? Но сейчас вот мы когда подошли, она закрыта. Ну, вот посмотрите, что из себя представляет эта старая мечеть. Внутри там сегодня просто закрыто. Тоже место для того, чтобы помолиться. А вот это напротив мавзолея Карахана поминальный дом. После погребения здесь приходят мусульмане отмечают.